Останкинская школа «Лидер» погрузилась в настоящую новогоднюю сказку. Здесь состоялся спектакль для жителей района. На площади перед школой собрались взрослые и дети, чтобы отправиться в волшебное путешествие. Иду Деда Мороза искать. Ой, а пойдем, я как раз знаю. Яркое представление приурочили к установке в школе большой ели. Ранее жители комплекса «Солнечная система» обратились с просьбой к депутатскому корпусу и администрации. Управляющая компания жилищной инициативы пожелания людей выполнила. Теперь пятиметровая зеленая красавица наряжена и радует жителей. Сегодня пришли на мероприятие, посвященное Новому году, с детишками. Мы очень рады. Веселые сказочные герои никому не дали скучать. Снеговик, Баба-Яга, Дедушка Мороз и Снегурочка дарили волшебство и новогоднее настроение. Сегодня мне понравилось то, что сегодня мы узнали что-то новое, очень много веселились и все наряженные такие красивые. На празднике можно было не только отлично повеселиться, но и увидеть изделия ручной работы. Это мыло, игрушки, украшения. Мини-ярмарка расположилась рядом с новогодней елочкой. Событие получилось по-настоящему запоминающимся. Хотим поблагодарить нашу местную администрацию, без которых ничего бы этого, естественно, не произошло. Наших родителей, наших детей, которые активно принимали участие в подготовке этого праздника, которые помогали. Новогодний спектакль в школе «Лидер» прошел активно и подарил всем ощущение сказки. Подобные мероприятия здесь проходят регулярно. Они объединяют жителей и позволяют по-настоящему отдохнуть душой. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.